Всем доброе утро. Сегодня 6 января 2017 года. Сегодня преддверие такого замечательного праздника, как Рождество, поэтому всех православных с наступающим праздником Рождества. Всем отличного настроения, приятного дня, всего-всего самого наилучшего. Я думаю, что за все эти праздники многие из вас просто-напросто устали, поэтому, что касается меня, я поехала на природу с детками. Сегодня погода не очень-то так вот благоволит, сегодня туман. Вот так вот не очень хорошо. Но, тем не менее, всем отличного настроения, приятного дня. Всем пока, увидимся позже, пока.